Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня у нас тема «Стиль минимализм в ландшафтном дизайне». Этому стилю присущи правильные геометрические формы, такие как квадраты, круги, прямоугольники. Они присущи как в дорожках, в водоемах и газоны. То есть у вас, если вы хотите воспользоваться и сделать на своем участке, применить этот стиль, у вас дорожки должны быть прямые, вот как на примере на этом участке. Газон квадратной или прямоугольной формы. Также, если будут водоемы, то они будут круглые либо овальные, квадратные или прямоугольной формы также. Основное правило этого стиля – простор и простота. Но простота это может быть показаться простым, но на самом деле простота в удобстве и качестве. То есть используются красивые, современные, качественные материалы. Основное правило – это высокая техническая составляющая, функциональность в первую очередь, без каких-то декоративных излишеств. На самом деле такой стиль, он относится к малоуходному саду. Патио, летняя кухня и все остальные архитектурные сооружения, которые могут быть, они должны быть выполнены в одном стиле, в одних материалах. Используются цвета не яркие, не броские, ближе к натуральным, металлические. Освещение также должно быть согласовано в этом же стиле. В таком стиле хорошо очень использовать злаковые, так как они длительный период имеют декоративность, не требуют никакого ухода. Клумбы, ракарии практически не используются. Если используются, то тоже это минимальный стиль. Используют не более 3 видов растений на всей территории, для того, чтобы соблюсти вот эту простоту. Неброские цвета, дорожки, газон, бассейн – это геометрические формы. Растениями, злаковыми смягчают вот эту остроту и делают более уютным минималистичный стиль. Растения подбираются желательно вечно зеленые, для того, чтобы декоративность сохранялась круглый год. А вам нравится минималистичный стиль? Напишите в комментариях. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк. А с вами была Георгиевская Татьяна. Желаю вам красивых участков. До новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока!